Друзья, еще раз привет всем. С вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Значит, вот горела сегодня машинка на автодороге Мурманск-Санкт-Петербург. Кола трасса. Вот магнитит, вот, наверное, километра от отворотки. Километра полтора-два. Вот, машинка. Это где-то в районе часов. В шестом часу вечера где-то, в 17 с копейками. Я так понимаю, что это машинка Volvo была, да? Сейчас вот просто возвращаюсь с командировки. Времени 11 час вечера. Короче, машина сгорела полностью. С виду, да, точно вольвешник. Груз, плиты какие-то везла, походу. Ну да, с грузом все нормально, а машина, конечно, все свое отжила. Салон сгорел полностью. Ну, с этой стороны давайте еще глянем. Сюда же баки поплавились. Вот и все. Все, что осталось от автомобиля, ребята. Ну да, с виду Volvo была. Сейчас просто у нас тут в Мурманской области стоит сумасшедшая жара, все рекорды побила. Температура 32-34 градуса. Лесные пожары везде идут. И видите, машины не выдерживают тоже. Умирает прямо на дороге. Так что все. Всем удачки, всем пока. Будьте внимательнее, осторожнее на дороге.